В Хабаровске сотрудники транспортной полиции задержали теплоход с очень ценным грузом на борту. Под обшивкой судна полицейские обнаружили несколько тайников, в которых перевозили черную икру и амурских осетров. Причем рыба, занесенная в Красную книгу, была представлена практически на любой вкус. Оперативники насчитали несколько ящиков с замороженным, соленым и копченым деликатесом. Всего более 300 килограммов. 60 литров икры браконьеры, не тратя времени и сил на соблюдение элементарных санитарных правил, распаковали по пластиковым контейнерам. Приблизительный ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсом, составляет более 350 тысяч рублей. А цена подобной партии незаконного деликатеса на черном рынке доходит до полумиллиона. Командир и экипаж корабля заявили, что ничего не знали о контрабанде. Так ли это на самом деле, а также имена отправителей и получателей деликатеса предстоит установить следователям.